Внимание! Мессер да Винчи? Да. Бонджорно, я Альвизе. Сеньор Доне попросил меня проводить вас в мастерскую. Вы готовы? Слово совета! Ах, Венеция! Какое замечательное место! Самый прекрасный, самый тихий город на свете! Идем, я покажу вам ее чудеса! Первая остановка. Мост Риальто. Смотрите, как он возносится над большим каналом. Это символ единства венецианцев. Идем дальше. Вот и она, Сан-Джакомо ди Риальто. Самая старая церковь Венеции. Разве она не прекрасна? А башня с часами? Магнифико. Идем, идем. Это далеко не все. Внимание! После пожара, во время фестиваля... Ни в одном городе нет рынка, равного этому. Пряности и шелка, товары из дальних стран... Тут есть все. Ты нарушил закон о торговле. Но я же заплатил. Я имею право тут торговать. Эмилио, дисагриз. Нет, нет, остановитесь. Давайте пойдем дальше. Она прекрасна, правда? Ты не купишь ее мне? Я, забыл деньги в сумках. Смотри, куда идешь, болван! Подходите, друзья! С тех пор, как открылись новые шахты, мои цены рухнули! Скидки, 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 все! А это Палаццо де ла Сетта, дом Эмилио Барбариго. На него стоило бы взглянуть, но, учитывая последние события... А что случилось? Барбариго пытается объединить торговцев в одну гильдию. Они сопротивляются. Некоторые яростно. Сопротивляются? Они говорят, что сражаются за народ, за свободу или что-то в этом роде. Это чушь, я считаю. Мой прилавок. Я требую компенсации. Получай! Дош узнает об этом. Я пожалуюсь на вас совету. Желаю удачи, друг. Что вы делаете? Ты нарушил закон о торговле. Что? Вы это только что придумали. Нет такого закона. Теперь есть. Остановитесь! А сейчас ваша мастерская, мессер да Винчи. Мы не жалели денег на обустройство. Увидите, она ничем не хуже флорентийской. Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы полюбите Венецию, как она полюбит вас. Волнующий момент, не правда ли? Не хочешь зайти? В другой раз. Мне еще нужно попытаться получить аудиенцию у Эмилио. Если у тебя найдется свободная минутка или еще одна страница кодекса, заходи, не стесняйся. Спасибо, друг мой. Динула.
Эмилио Барбариго. Титан индустрии, гроза преступного мира. Пользуясь поддержкой своей семьи, он установил монополию на рынке, устраняя конкурентов и подкупая чиновников. Он почти единолично финансировал Венецианскую городскую стражу, что позволяло ему бороться с преступностью и уклоняться от уплаты налогов. Эмилио утверждает, что он сторонник республики. Но когда полиция в твоей власти, свобода голоса призрачна. Равно, как и твои оппоненты. Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! Да, просто поменяем эти строчки местами, затем сдвинем их влево. Готово. Доброго дня. Я нашла одно отличное место, Санта-Мария-де-Фрари. Там ты можешь потренироваться, я отметила ее на карте. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или еще где? Тебе здесь не место! Уходи! Thank you.
Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант. Thank you.
Прибыли новости за... Границы! По слухам, в Атаманской империи началась смута, и Дож вместе с Советом Десяти пытаются выработать план действий! Пока же всем купцам рекомендовано обходить стороной Эгейское море! Граждане! Школа Святой Урсулы решила... Слезай, или я тебя спрошу! Твое место в канаве среди мусора! ...если более недоступны, то все заинтересованные лица могут подавать заявки на участие в конкурсе! Или буду стрелять? Что ты тут делаешь? Эк! Крестьянам ход воспрещен. Твое место в канаве среди мусора. Тебе не сбежать! Они стоят за всеми недавними. Быстрее, этот быстрее! Этот портал для тебя назад. Закрыт! Черт! Нет, в тюрьму я не вернусь! Yeah.
Чак! Нет, в тюрьму я не вернусь! Ладно, я... Вы не поверите, насколько низкие у меня цены! Клянусь, вы не будете разочарованы! О, простите меня, мы сэра. Не знаю, что на меня. Место, уходи! Плачу! Не дайте!
Как проникнуть во дворец? Я залезу по стене и... Нет, так далеко я не прыгну. Нужно найти другой путь. А я тебя знаю. Нам нужно уходить. Ты так и не извинилась за то, что сбила меня. Уходим. Вабене, куда? К воде. Да тут везде вода. Бей его! Ладно, ублюдки. Кто хочет подохнуть первым? Святая Дева, помоги мне! Приближаются! Они приближаются! Чёртовы лучники! Они приближаются. Не беспокойтесь, я постараюсь убить вас побыстрее. За ним! Всем совесть потеряли. Что? Прекратите. Вене, Прендер. Они приближаются. Подходите, друзья мои! Я отдаю товар. Я бы и без тебя справилась. Я тут ни при чем. Убейте его! Вот я вас на куски порежу. Почему ты медлишь? Быстрее! Чёртовы лучники! Пожалуйста, не трогайте меня! Грусь, я вообще ни при чём! Это без меня! Я бы и без тебя справилась! Чёртовы лучники! Я тут ни при чём! Пустите! Ладно, ублюдки! Кто хочет подохнуть первым? Господи, помилуй меня! Не трогайте! Господи, помоги мне! Я хорошая женщина! Все безумцы! Почему ты медлишь? Быстрее! Не трогайте меня! Порко дьяволу! Убийца! Сумасшедшие! Носить ноги! За что мне так бежать? Я бы без тебя справилась. Нужно уходить отсюда. Ты придумал? Сумасшедший! Черт, надо бежать! Кристо, моя нога! Я не расслышал твое имя. Роза. Он рад, Роза. Я Эцио. Я знаю. Что значит «я знаю»? Но, Нора, сейчас не время для светских бесед.
Ты не видишь? Я хороший человек. Мы гордимся вами. Благослови. Али-Мали, помогите! Надежда. Оставьте, оставьте меня! Безумцы! Все безумцы! Что ты делаешь? Иди сюда! Подходи, не стесняйся. Уго! В чем дело? Роза ранена. Давай ее сюда. Дальше мы поедем на лодке. Осторожно. Со стражниками я разберусь. Убей Хэтсо, быстрее! Плачу! Не дайте ему уйти! Не останавливайся! Проложи нам путь! Тебя не уйти! Они на крыше! Сделай что-нибудь! Быстрее! Тебе не уйти! Тебе здесь не место, ухожу! Устал! Ты его! Лора, уходи! Все, сверни! Это без меня, Виктана! Займись ими! Помогите! Ты не уйди! Защити своих детей. Экколо, что за черт? Куда это, интересно, он делся? Экколо, там, там! Что ты здесь делаешь? Убирай! Он там, он убегает! Они стреляют в нас! Убей Хэтсо, быстрее! Твое место в канаве, стык! Он здесь! Стой! Не останавливайся! Проложи нам путь! Плачу! Прекрасно! Барса! Не трогайте меня! Они на крыше! Сделай что-нибудь! Быстрее! Хочу! Не дайте ему уйти! Не вижу! Вон он! Не упустите его! Хочу! Вот там!
всеми! Убийца! Пора уносить ноги! Вон он, ложу! Это без меня! Да! Помоги! Эй, Ладжу, куда это ты? Пожалуйста, просто оставьте меня! Рекорде! Церкви! Он землю молись, спасти! Они стреляют в нас! Тебе не сбежать! Сошел с ума? Мертв, глупец. Помолишься позже. Порко демонио. А сейчас мне нужно встретиться с Антонио. Осторожно. Предоставь это мне. Найди Антонио. Руку делай, что он говорит. Валютимо ривато дали ордени. Я так устал. Эй, очнись. Нам нужна помощь. Где Антонио? Займись делом, расчисти для нее место. Клади ее сюда. Где мы? Дома. Мы послали за помощью. Спасибо. Роза, что произошло? Вытащи из меня эту штуку. Сейчас, сейчас. Дай я посмотрю. Оба отверстия чистые. Это хорошо. Вытащи! Роза, мы должны... Давай! Камерон. Тенетала. Извини, Пикола. Свои извинения засунь себе в задницу. Приведи Бьянку, живо! Помоги мне. Как? Возьми чистый лоскут. Когда я уберу руку, прижми лоскут к ране. Ты готов?
Давай! Порка путана! Бен Фатто, ты отлично справляешься. У нее сильный характер. Заноси розу внутрь, тогда Бьянка сможет зашить рану. Самое страшное позади. Чума на твою голову, бастардо! Чтоб тебя и твою шлюху мать! Спасибо. Роза дорога мне. Если бы я ее потерял... Не могу пройти мимо женщины, попавшей в беду. Да, я знаю. Не удивляйся. Мы все про тебя знаем. И про тебя, и про твои дела в Тоскане. Неплохо работаешь, хотя и... грубовато. Ты знаешь, зачем я в Венеции? Догадываюсь. Зайди ко мне в контору как-нибудь. Нужно кое-что обсудить.